Ровно неделя остается до самого масштабного музыкального события ноября – детского конкурса песни «Евровидение-2018». Уже в следующее воскресенье рекордные 20 участников будут зажигать со своими хитами на сцене Минск-арены. В национальном аэропорту Минск наша съемочная группа продолжает встречать гостей. И на прямой связи со студией вновь Ольга Медведь. Ольга, кто еще прибыл в Беларусь? Артем уже в Беларуси и Азербайджан. 12-летняя Фидан Хусейнова исполнит с космической сцены Минск-арены в следующее воскресенье песню «I wanna be like you». Кстати, исполнительница из золотой книги молодых талантов своей страны. Здесь, у нас, в Беларуси, отметит свой 13-й день рождения, прямо накануне финального шоу. И чтобы достойно, на должном уровне представить Азербайджан здесь, у нас, в Беларуси, на детском конкурсе песни Евровидения, распеваться Фидан начала прямо в аэропорту. I wanna be like you, yeah. Sunny, give me all my... Это была моя самая большая мечта. Я всегда мечтала участвовать на Евровидении, и сегодня моя мечта сбывается. В интернете смотрела, но я никогда не была в Беларуси. Это я первый раз в Беларуси. Я хочу увидеть достопримечательности Беларуси, и замки, исторические здания. Мне очень интересно. Меньше чем через час одним рейсом к евровизионной семье присоединится Албания и Македония. Напомню, прилетать участники будут как сегодня, так и завтра утром, а ожидаем еще 13 делегаций. Ну и в понедельник же состоится первая встреча всех исполнителей и церемония открытия евровизионной недели. Выставочный комплекс «Белэкспо» уже полностью готов принимать своих гостей. Ну а со вторника у конкурсантов плотный график из репетиций и съемок визиток. Артем? Спасибо, Ольга. Национальный аэропорт Минск продолжает встречать участников детского Евровидения.